Жагин было принято мелодия и слова Аэля Димаева. Ну, слова этой песни, это старинная чеченская песня, оттуда она была. Да, слова были взяты из книги Абузара Айдамирова «Долгие ночи», а музыку исполнил Аэля Димаев. И, конечно, много было вариантов и герба тоже, этого гимна, но взяли за основу этот цвет. Ну, эта песня, она в сборнике нашем «Илли», там, она считается, что это очень древняя «Илли» чеченская, где-то даже 17 века, 18-17 века. Да, о борьбе против феодалов. Да, 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 да. Была на русском языке, потом кальку сделал Абузай Айдамиров. То есть наш гимн, он основывается и имеет историю более 300 лет. Да.